Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Пэн Оуфэн заниматься ушу начал в 6 лет. Китайского мальчика на тренировке заставлял приходить его дядя. Оуфэн сначала даже не понимал, что он вообще делает в спортзале. Просто повторял движения за тренером. А когда через пару лет выиграл первые соревнования, чемпионат Шанхая, решил, что обязательно станет мастером. В этом году он сделал еще один большой прыжок к своей мечте. Стал чемпионом Китая. Когда я поднимался на вершину мастерства, я много раз падал, получал травмы, но поднимался и продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях. Я знаю, к чему я стремлюсь. Титул чемпиона – это признание среди спортсменов, но я хочу стать мастером ушу, понять до конца философию этого боевого искусства и поделиться этим с молодыми спортсменами. В Самару чемпион Китая по ушу приехал в гости к другу, местному сенсею. А чтобы не прекращать совершенствовать свое мастерство, дважды в день продолжает тренироваться, а заодно помогает тренировать и самарских спортсменов. Прошли все китайские игры в Китае в этом году в середине мая. То есть он участвовал в этих соревнованиях, занял второе место по искусству владения мечом дзянь и сразу же к нам приехал. Под его руководством ребята совершенствуют свое гунг-фу. Илья Овчинников начал спортивную карьеру в бассейне, в итоге приплыл в спортзал. Китайское боевое искусство ушу оказалось ему по душе. Здесь тренер учит чему-то большему, чем просто махать ногами и боевым оружием. Тут элементы и легкой атлетики, и гимнастики. И самое главное, это все-таки единоборство. Учит защищать себя. Ну и духовно очень сильно развивает. Мы знакомимся, например, с китайским искусством, с китайской идеологией. Мастер-класс от китайских мастеров ушу не проходит бесследно. В этом году самарские спортсмены дважды добились успеха. По 3 медали завоевали на чемпионате России и на международном турнире «Московские звезды». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!